подчиняюсь, чтобы потом не сломаться. Да. Да. Может, есть кто в гильдии, вы это посмотрите? Что? Взять какого-нибудь ДД или хила танка можно на Саука добить. Дебиди кем ходил? Шаманом хилом. Так это мы живой возьмем. Ну а где он? Бля, я не понимаю, что вы... А, он да, там все впад... Ну, так а что? Давай, давай. Давай. Вернулся. Пытались на пул поехали. Я не знаю, короче. Но все равно 13 FPS у него. Пизда, типа, я не знаю, для чего это. Да нормально, щитки его стипать. Готово. Все готово. Давайте иди пуль воет. Если ты сели, короче, свои сейвы нажмите и хильтесь. Я обратно за агро, смотрите на пулов нет. Поехали палом по той сальву. У меня 2 FPS, блядь. Да, я знаю, что с ним делать. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Я нихуя просто не вижу. Зашли все в глыбу. Зашли в глыбу. Быстрее, быстрее, быстрее. 1 FPS нахуй. Что кто не зашел, умрите. Умрите, сейчас опять бомб. Может тебе что-то открыто там какая-нибудь нет? Ты, Андрюх, с калькулятора играешь? Да при чем тут это, блядь? Я ж на своем аккаунте ебашу нормально все. Может, настройки это... графы? А что, они на разных аккаунтах разные? Да. Да. Настройки графики не может быть. А что, у нас скилл вылетел или как? Видимо. Может, Машу в этого хила, да ему просто побегать почилить, блядь? Сейчас я все сделаю. Интереснее всего. Сейчас должна спускаться уже без дамага, да? Да. Чего, Ваня, города хера? Так, ты был Петя прав. Я нажал БШ и стопнул ДПС.
сразу игру в космос, да? Да. Но я тебе говорю, они бы вместо вот этих вот апов, наоборот, бы минус 30% агрогенерации бы сделали хотя бы. А то у армса ебанутся. А вы что, с нуля пошли? Не, допинула вчерашний целый. Ну-ка. А ты был? Да. Ты, может, вместо меня пойдешь? Да. Иди. Нет, шучу. Ну ты чё, Синдралич, ты чё, пал? А сегодня не закрывал, что ли, десятку? Ну, варм-то нет. Ну и ДКшки-то нет. ДКшки нужен фул. Хоть что у тебя там? Я закрывал, мне ничего не надо. Так мне варм тоже нафиг не надо. Я, блядь, хуй его знает. У меня спина белая, короче. Это не прогрузились. Это из-за ты микрофон настройки, блядь. Каких настроек? Короче, оказывается, все-таки пуха на ретро тащит это. Конечно. Сейчас 2.60 ретро обскакал. Ну ты понимаешь, короче, у меня то типа плаща у него нет, ну типа ну белый, он просто такие то спины нету нахуй. Надо тебе надо это релот прописать. И короче, захожу, у меня 2-3 FPS, просто 2-3. Я иду рывками прям нахуй. Просто вот отрубили я нахер все аддоны, кроме воду. Все, просто нахер все аддоны. YouTube открыт? Да не в Ютубе дело, на своем аккаунте у него нормально. Ну это все нахуй. Типа, ну я же, блядь, играю каждый день, нахуй, с блядь, и дискордами, хуёрдами совсем. Это тупо на его аккаунте такая дрочь. Про тормоза и про лаги Андрюха самый осведомленный человек. Он запускал Вовку на тостере и выжимал из него FPS. Я такой первый раз вообще вижу, блядь. Типа, я устаю, короче, там, где духом, у меня 120 FPS. Захожу с ЦЛК, блядь, и ресуюсь. Все, у меня, блядь, 2 FPS там. Интересно. Понимаешь, какой... Какая разница, блядь? Большая разница. Да, блядь. Сейчас ну-ка напишу. Давай, Андрюха, я зайду на его аккаунт, потому что фигни меня не будет. Давай я последний раз, ну, пробуй сейчас. Вы все это знаете почему? Потому что люди, блядь, боятся играть ответственными классами. Хилами, нахуй, танками, нахуй. Сидят и ждут, блядь, 10 ДД, блядь, одного, блядь, святого хила, блядь. Да-да, я вот не знаю, как танчить целка. Ну все, нуб нахуй. Ну а что топор? Танчит Аверс. Ко мне заходить, Андрюх? Не-не, пойди. Окей. Алексеона ушел, да? Я тут. А, ты не с нами в рейде? Нихуя вы эксклюзиво взяли? Нет. Нихуя, что он в ссылка делает?
Андрюх. Ребятки, Зуламан. Не знаю. У меня скоро сборы Зуламана будут начинаться так. ДЦ, танков, танк, лог. Один. От этих классов все, мы не идем никуда. А что, сейчас также сборная селенка ходить будете? Сборная селенка. Классно зашло. Нету гребаного ДЦ. Ура, мы можем начать. Он добежит. Получил за хуйня, короче, два и упал и поебашил его. Чекова рыба. Ставили рыбу. Рыба на рыбе. Ось на пол. Петя. Приветик. Улевает. Мой герой. Бля, мне на панели не зим, нихуя нет, а не зим нашел один. Так, второй зим нашел. Дай сальву по тое или палу. Лаги у буревестника. Встали, буревфаза. Отошли друг от друга. Левый склеп не трогать, правый подбейте. О, тут слишком мало хп, типа лучше. Левый не бейте, он дамажится, сейчас медота висит. Правый чуть наши. Право, аккуратно. Кильс рейд. Yes. Разбили.
Кать, кидай желтую джагу, пожалуйста, если не кидаешь. Кики КГЗ. А Дайнер пласнул. А, у меня еще ДБМ выключены, думаю, нихуя не вижу, блядь, чё. Вы можете отлететь в склеп аккуратно. Выбили. Горн ДХшником обновить. Еще мне озвучу все, я ДБМ нет, у них хуя вообще нет. Притяжка 5 секунд, готовься. Будет притяжка, подойдите ближе. Фаза пошла, центр выносим, ну, короче, по центру вся, фугасный, рассчитуешься, отошли милики. Первый разобьем, второй прячемся. Сейчас еще один будет готов. КГЗ. Назад, назад чуть, еще чуть назад. Сейчас прячемся. Хорошо спрятались, я подобью сам. Пойду, можно сейв дать. Били, следующий склеп поставили. Бьем босса, Маша дай БР по этому. Ой, да звучишь, когда зубы надо. Угу. Следующий склеп по центру выносим, по центру. Давай зубы. Делаем стаки. Убиваем, просто влево выносите, влево. Не, да, вот так, чтобы мы кливать могли поставить. Фугас снова выбить надо. Ладно. Соло хил холипал. Убивайте просто зерк по боссу. Геру дали, Геру. Просто выносите куда-нибудь в пизду, не знаю. Пять процентов отбегите. Бейте. Что будет? Бейте, 3%. КЗ, давай, стало твое время, топ-хай. Бабл, 2%. Бабл. Баунт, давай. Блять. На. Ну, там 50-50, я вкупил. А тут это, двуручка свеча нужна кому-то, нет? Максимально ответственно сыграл. Масс-рез. Короче, я хуй, но я спонидил вот так от них. А можете встать там все равно в центр ТП-шится. А уже масс резко стоит, блядь. Ну ладно, не докастовал. Ладно. Так это, вручка. Короче, если прячемся, то типа,
там, короче, в реальном времени, типа, ресурс, вот эта хуйня, типа. Что еще раз? Ну, не знаю, это Пете было сказано, может, он помнит, Адон. Нихуя не услышал. Говорю, Адон из Z-Frames, помнишь? Но. Вот, и помнишь ППС, мы с тобой тестили, блядь, в этом, в Экерусе? Или не с тобой? Нет, не со мной. Ладно, похуй, короче, из Адона было, два ФПС-ма. Кстати, ТП-шься быстрее кричу и поехали. А из-за какого? Из Z-Frame. Ну там, короче, в нем, типа, получается, есть именно энергию и, типа, ресурс отображать в реальном времени. Вот из-за этой хуйня прям люто, типа, что-то просаживает на сервисе. Блять, он у меня тоже есть, нахуй. Буревестник и ГЗ. Поставь шкаф, вот. Бля, короче, тоже тут без аддонов, пацаны, ебашу. Если чё, по уже на зломан там бы пойдём, я бы реловнусь тогда, чтоб сейчас время драть. Ты перевесник. Танкую с АОЕ печатью, да? Ну типа я ж соло танкую, да? Да, только да. Там ДК заберёт или духов на себя отдельно. Пока ты там, с тебя чума спадёт там. А-а-а. Типа, ну смотри. Не подходили до нас, короче. Ну, короче, ты понял, я вот это. Бля, где Женя? Женя тут? Женя, алло. Бурвестник, слышь меня? Слышь, Бурвестник? Может тебе отключить нахуй вообще этот дискорд? Ты же, блядь, все шаришь. Он написал, он пинку немножко. Так, он дискорд сидит на компе, может ему отрубить нахуй дискорд и у него лайк перестанет. Мой б... Он вылетел нахуй. Женя, пойди. Мегандор, берите, погнали. А где Лёха? Лёша. Если Буревестник лагает, то... Сейчас дробнется эта ёбана. Ну, блядь. Да ухорочка. Так, я вроде бы всё бахну. Рыбу ещё ставлю вам, пацаны, кому надо. Пиздец, как он этим нахуй играет, я не знаю. Это какой-то пиздец. Ни анимации покушать, ничего, блядь, просто нахуй. А Нага же вроде там под ДК, да, хорошо идёт? У неё ж какой-то баф. Она любому этот баф кинуть может. Так что это саппорт класс. Да. Саппорт класс. Ну, в моих руках она нихуя не бросает. Все, все готовы, я запускаю. Да. Дай пока оказалось, зашел. Да он лагает, наверное. Да я уже к ЦЛК прилетел. Шустрый слишком, шустрый. Все в одном паке с ним напоминаю, короче. Кто там не был. Прям под жопой Боссона. Первая пати извращенцев там. Воргины, Наги. Чё по мастераурам? Скажи Женьку, я хуй знает. Чему не выносим, нихуя не выносим, просто стоим в одной точке, хуярим, короче, получается, он забирает шейхрин себя, диспалим прям в рейде. Потом он уходит шаркарями сюда, короче, каджигизай, блядь, ты такая, включаешь фростойку, забираешь на себя духов, то бишь отворачиваешься от рейда, пока с него не спадет чума, и мобы не умрут. Все. Потом он вернется и будет дальше танчить. Ваня. Из камеры нахуй. Короче, нету ни процентов, ни долларов, нихуя, если чё, озвучивайте, блядь. 90%.
На мне говно, подискольте. Хайп вылез, блядь, вы заебали. Я понимаю, что я тоже пассажир еще тот с интернетом, блядь. Мы все равно, да? А че он умер? Дайте сальво по мне. Дай сальво по мне. А, разорвал. А Берни в КД? Две минуты. Ну, не говно. 1% перефаза. Перефаза пошла. Отходим. Рейд в луну, короче, ДК про стойку, а пой туда все. Постреляй по сферам. Сферы на тебе, наверное. Все на тебе. Что? Твой тайтин все. Лучше так. Ваня, где автоатака? А я автоатака. Если герой... есть, пожалуйста, Линдра, было бы классно. Ань, и на всякий случай тактическое превосходство, выкини его нахуй. Что превосходство? Саром светки тактическое превосходство. Шарик сбейте. Куда там эта хуйня, я не знаю, типа... Вернение 7 секунд, приготовили. Вышли, все разошлись. Ой, да, отлично. Все может быть. Финнер по КД забрасывай, пожалуйста, в ДЦ ебаного этого. Сейчас вальки, 5 секунд осквернения, уже разошлись, только по железному ободу. На мне. Хил сейчас надо. А, Маша, подними, дай БР. Приваляется. Что про хил? Сквернение, вальки 18. Менее разошлись. Мне снова. И будут готовьте. Стали в черепок? В черепок быстрее. Кисыгр. Менее разошлись, 2 секунды. Да, на другую сторону, где локовский портал. 4% перефаза. На край веди уже, похуй на валик. Бля, братик на хипале, поднимай танка, пожалуйста, быстрее, это пиздец какой-то. 1%, все, готовьтесь. Дали массакру и перепрыгиваем. Топовый прыжок вы видел, Андрюха, на миллиметр?
Блядь, ты видел, как сейчас играю, блядь, как долбоёб на очках, типа, ну, типа, прям такой, знаешь, типа, не обиду. Да уйди, кто там? Зрячий. Влад, АФКшер, хрен. Кто АФК? Духа, да духа. Стоит. На похуй вообще. Где стоит? Ну, для танка под духом. Блять, ну пожалуйста, не ФК-ти, заебал нахуй, честно. Пришел подсоби, так подсоби адекватно нахуй. Если там минер не в КД, забрось, пожалуйста. Тут пизда. Духа разъебите там. Пропа забудет. Сфера, быстрее надо все добить. Паза. Вышли, сферы добили. Духа приоритет убить. Я каплю дам, пожертвую я. Капля, топ хайп. ДК, если чё готовься, блядь, таунтить, мало ли, блядь, чё. Ушли. Сейчас будет искривление. Искривление 8 секунд. В центре стойте. Менее хики. И развернули босс, встали. И хулипал баблом поймай. Он уже бабл, а не дал. И бабл. Разошлись осквернения 5. Следующий я поймаю. Надо будет чуть похитить. Мне сокрывает. КД как? 2%. Я могу сам похлопать сейчас 50 на 50, да? Сколько? Давай ты, Войд. Он упросил, он упросил. Все, хильте Войда 50-50 отдам. Скорбение. Процентов добейте, прошу. Еще есть массакра, фултрини, так что следующий тоже прожим. Это по хлопку. Дайте сальву по той. Лучше... Я могу часть еще поймать. Все, добили. Хлопаю, короче, пиздец, похуй. Похуй плюс похуй. Ну что? Как вам танкование отца Войда, блядь? Да. Где Грок? На Грок мне похуй, я живой, нахуй. Герой, потому что ты постоянно под щитком, нахуй. Под щитом отца Андрея, нахуй. Ну, мне понял, эта хуйня как символ на спасение, нахуй. Когда я на себя салю даю, я себе минус 20% урона ебашу. Я вот на этой хуйне выживаю, заебись. Так вот оно где, Грок. Пиздец, одним словом. Не, это я на Синдре давал, когда уже вы добивали, потому что когда все лежали. Я... Да то я все время был на грани. 112%. 3% я его сорвал. Ребят, что мы за час ебанем уже, ну, типа, 3 сундука, не? Да ебанем, конечно. Там как раз, ну, ебать. Ебанем. Конечно, блядь. Если инс не перезагружать, ну. Хайп, как дела? То он то ли лагал, то ли чё, я хуй знаю. А он нет, он не АФКшил, он просто стоял прям перед рожей духа. Вообще пиздец, ну любовь. И дух из этого в километр вводят, вводят и вводят, блять. А он стоит, стоит, шарики бьет. Так, а чего есть, да? Часовой тебя передамажил, она тоже все-таки бил. А его в комнату уже текало. Ну, пиздец, конечно, там мощнее шли нахуй. А, блядь, сбор СНГ, нахуй. Забирайте эту помойку, я не знаю.
Ебать, а лут вообще просто. Вань, бери, хоть дамажик начнешь на. Две руки, блядь. Так, чё, где? Портал ставь в этот, блядь, потерянный город.